Ожидали изменения погоды, поэтому, в принципе, единственное неудобство, это вот с резкого дождя пошло на снег. Местами происходило налипание снега на проезжую часть, где-то на тротуары, ввиду того, что было нецелесообразно обрабатывать в сильный ливень. Начали вчера работать с 15 часов дня, то есть, где-то дал эффект, где-то не очень. То есть, в принципе, отработали достаточно хорошо. Ну вот задействованы за сутки порядка 650 единиц техники. Работы продолжаем. Наверное, еще день-два будем в таком же режиме работать, то есть мелкий снег дорабатывать, осуществлять вывоз снега. Дальше будем уходить в дежурство. Сейчас будем большое внимание уделять работе именно по ямочным ремонту. Вода, дожди плохо влияет на покрытие. И то есть, где покрытие уже прошло их межремонтные сроки, то есть оно вообще вылетает просто на глазах. Я думаю, автовладельцы это видят. На выходных было все нормально, то есть мелкая ямочность была, то сегодня уже по всему городу, в любом районе, то есть можно наблюдать рост ямочности. Будем отрабатывать этот вопрос тоже.